Сегодня на совещании у мэра Северодвинска определили участки, на которых появятся многоквартирные дома. Город готовится к выполнению четвертого этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Где появятся новостройки, знает Сергей Курбан. На этом участке ведется строительство многоквартирного жилого дома по третьему этапу программы по переселению из аварийного и ветхого жилья. Ее финансирует Фонд содействия реформированию ЖКХ. Уже в декабре этого года здесь появится пятиэтажный жилой дом. Деревяшку на месте строительства снесли еще несколько лет назад. Всего по городу 4 таких участка. Все 4 в старой части города. На этом, на пересечении Профсоюзной и Индустриальной, дом снесли еще осенью 2015 года. Кроме того, под социальное жилье планируются территории на Лесной 28, Ломоносова 5 и на проспекте Победы 25. Всего 15 тысяч квадратных метров. Строительство здесь запланировано на 2017 год. Это будет четвертый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилфонда. Об этом говорилось на рабочем совещании у мэра Северодвинска Михаила Гмырина. Эти земельные участки свободны. Соответственно, после заключения муниципального контракта появятся правовые основания по предоставлению указанных земельных участков без проведения торгов. Для подрядчика, да? Да, для подрядчика. Планируют городские власти и территории под коммерческую застройку. Таких участков определено также 4. Таким образом, в ближайшие годы старая часть города может претерпеть значительные изменения. И в первую очередь это произойдет за счет территорий, оставшихся после сноса ветхих деревяшек. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.